Здравия буди, бояре, с вами Волколак. Наткнулся тут на одну стратежку экономическую по наводке и спешу рассказать. Игра Rogue State Revolution вышла 18 березня 2021 года. Разработчик LRD Games. Жанр игры – пошаговая экономическая стратегия и рогалик. Последнее особенно интересно, но об этом позже. Графика. Графика довольно неплохая для жанра, но картинка не пышет разнообразием. Плохой ее назвать нельзя, но и хорошей она не является. Ну а некоторые отрисовки зданий и поселений вызывают много вопросов. Например, села, города и базы повстанцев отрисованы по сути одинаково. Просто нагромождение мелких прямоугольных строений, мало чем друг от друга отличающихся. Вот посмотрите, вот сверху село, а ниже база повстанцев. Они же выглядят одинаково, абсолютно. Геймплей. Геймплей довольно стандартный для игр подобного жанра. Игрок выступает в роли президента новой демократической республики на Ближнем Востоке. Почему был выбран именно Ближний Восток, мне не совсем понятно, но я так понимаю, подразумевается Сирия и ближайшие страны. Страна, естественно, выдуманная, как и ее соседи, по понятным причинам. В игре есть типа сюжет. Хотя на самом деле сюжета здесь нет, в подобных играх сюжет не нужен. Но есть катсцены с живыми актерами, как в Red Alert или там в Дюне. Выглядит прикольно. Вообще, подобным играм, особенно с политсоставляющей, к лицу катсцены с живыми людьми, а не CGI ролики. Объяснять, как играть, я не буду, в игре неплохое начальное обучение. Азы оно объясняет как надо. Другое дело, что некоторые механики и геймплейные моменты остаются непонятными. И по большому счету, до всего нужно доходить своим умом. Так сказать, методом научного тыка. Лучшим из методов. Но игра не сложная. Другое дело, что она не сбалансирована. Но об этом тоже позже. На каждом ходу игрок может сделать немногое. Здесь возможности зависят от количества и благосклонности ваших министров. Изначально их 4, и они хорошо к вам относятся. Но со временем, если будете игнорировать их просьбы, то сделать что-то будет крайне проблематично, так как министры не будут отвечать на запросы. С другой стороны, если делать все, что они просят, то и возможностей у вас будет больше. За ход можно построить несколько зданий, принять несколько законов. После заканчиваем ход, и между ходами частенько происходит какое-то событие, которое может повлиять как на вашу страну, так и на соседей. Соседи тоже частенько звонят и что-то требуют. Проблема в том, что если им отказать, то отношения с ними ухудшаются. Если дать согласие на их требования, то улучшаются. Но по истечению срока их требования и невыполнение их требований, отношения еще сильнее ухудшаются. А как выполнить некоторые требования, игра не говорит. А если отношения с соседями будут крайне низкими, то может начаться война. Музыка неплохая, но крайне не подходит игре, поэтому в обзор я вставил музыку товарища Крафтера. А вот техническая составляющая игры в крайне удручающем виде. Игра плохо оптимизирована, подтормаживает, иногда зависает. Тугое неотзывчивое управление, такой же туговатый геймплей. Отсутствие баланса, точнее он есть, но он кривой. Неполная русификация. Процентов на 90 игра русифицирована, но не все же знают у нас английский. Поэтому людям, не владеющим языком, придется догадываться, что им сообщают их министры. В общем, разработчикам нужно сильно подтянуть техсоставляющую. Ну и главная херня – то, что игра считает себя рогаликом. Из рогаликовости здесь типа процедурно генерируемый мир каждую новую партию. Ну как нужно генерировать? Меняется расположение областей, их форма, меняется количество ресурсов на карте и название соседей. Все. Причем игра заточена под переигрывание. Смотрите, у нас есть 7 министерств, но министров вначале доступно только 4. И ладно, что в процессе игры становится доступно еще 3 министра. Правда, выбора-то нет, потому что остальные закрыты. А чтобы их открыть, нужно максимально долго играть, а после уйти в отставку, чтобы накопить баллы для открытия очередного министра. Главное, очки не копятся от партии к партии. Нужно за одну партию их накопить. Это очень странная и неуместная механика. Подобные механики я уже видел в играх «Корпорация Чума» и «Rebel Inc. Escalation» от тех же разрабов. А еще в «Faster Than Light» и ее клоне «Space Rogue»
обзоры на которые я уже делал, ссылки в описании. Но если там подобные механики уместны и сделаны правильно, то здесь им не место. Так что разрабам из LRD Games нужно потрудиться, дабы довести до ума их проект, особенно учитывая, за какие деньги он сейчас продается. В ру-сегменте Steam'а Rogue State Revolution стоит 325 рублей, в евро-сегменте 12,5 евро. Для игры в ее нынешнем техническом состоянии это дорого. Но у игры есть потенциал, поэтому ждем. Ну а все, что хотел сказать, я сказал. Так что подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, подписывайтесь на группу ВК, ссылка в описании. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Рассказывайте об этом видео и о моем канале друзьям, родным и близким, незнакомым людям на улице, знакомым и незнакомым людям в соцсетях, а также домашним животным и скотине на лугу, если живете в сельской местности. Всем удачи и увидимся!